Более 100 работ было представлено на открытии выставки «Вышитое лето». Работы мастериц – это вышитые цветы и птицы, а также сказочные персонажи. Именно такую тематическую направленность выбрали организаторы проекта, включив в него работы уже знакомых участниц по зимней выставке «Атласные букеты» мастеров Нины Абакумовой, Елены Лаврентьевой и Нины Кузьминой. Вот так за вышиванием проходит вечера Нины Прохоренко. Они с мужем бывшие военнослужащие. Как это обычно и бывает, переезжали с места на место. Понемногу пожили везде – и на Кольском полуострове, за Северным полярным кругом, и в солнечном Баку. Тогда заниматься рукоделием не было времени, да и желания особого не возникало. Но однажды Нина Викторовна попала на выставку. Я как-то вот случайно попала сюда же, вот в Иллюзион, на выставку. И была очень поражена, очарована вот той красотой картин, которые я здесь увидела. И, наверное, вот это первое посещение, оно и зажгло во мне искорку желания самой вот заняться чем-то вот таким вот красивым. Вот уже полгода Нина Викторовна вышивает лентами на гобелене. О том, что будет выставлять свои работы наравне с признанными мастерами, даже не мечтала. Одной из моей учениц это была Прохоренко Нина Викторовна. Вот, кстати, ее работа. Вот. Это ее работа, в которой здесь она выполнила вышивку лентами по гобелену. Вот. Но есть у нее работа, где она выполняет также и по принтам. Вот. В этой работе я вижу, что выполнено первое, то, ну, если судить, что это первая работа, то выполнено, можно сказать, на отлично. На открытии выставки «Вышитое лето» было представлено более 100 работ. При работе над выставочными картинами использовались лен, шелк, хлопок, металлизированные нити, имитирующие благородные металлы, бусины и бисер. Работы представлены в основном вышитые бисером, лентами, вышивка гладью. Представлены очень интересные работы. В этой выставке приняли участие не только астраханские мастерицы, но и мастерицы из области, из других районов. Приняли участие мастерицы из Приволжского района, очень интересные работы мастериц из Камызякского района, из Сетла-Тузуклей. Это у нас такие знаменитые мастерицы, как Абакумова Нина и Нина Кузьмина. Впервые на выставке свои работы представили и школьники. Их картины выполнены в более легкой технике. Это своеобразное коллективное творчество. Ребята вышивали не всю картину, а отдельные ее элементы. Жанна Алиева, Тимофей Кухарчук, Серик Намазбаев. Новости 24 Астрахань.